Путин – глава бюрократического, очень коррумпированного и в какой-то степени мафиозного государства. Пики популярности Путина, они приходятся на военные кампании. В большей степени прокремлевски, проимперски настроена Москва. В меньшей степени поддерживает войну и, соответственно, власть. Это бедные группы населения. Усиливается мнение, что Россия платит за эту войну слишком большую цену. Я приветствую всех, кто смотрит Freedom. Меня зовут Сакен Аймурзаев. Это наш проект «Люди доброй воли». Гости этой программы, где и как могут, поддерживают Украину в героической борьбе, которую она ведет против российской агрессии. И сегодня я представляю вам нашего гостя. Это социолог и публицист Лев Гудков. Лев Гудков – советский и российский социолог. Родился в Москве в 1946 году. Окончил факультет журналистики Московского государственного университета. Кандидат и доктор философских наук. Работал в различных научных институтах Академии наук СССР. С 2006 по 2021 год занимал должность директора аналитического центра Юрия Левады. Под его руководством центр получил премию за свободу и права человека как эталон непредвзятости и независимости научной работы в России. В феврале 2022 года подписал открытое коллективное письмо Российского конгресса интеллигенции против войны. Да. Лев Дмитриевич, я вас приветствую. Спасибо, что вышли к нам в эфир. Добрый день. Здравствуйте. Первый вопрос. Выборы, псевдовыборы, как называют их в Украине. Выборами их не считают в мире, но для вас, как для ученого, все равно это важное событие. Какой вывод социологи могут сделать из результатов последнего голосования в России? Я согласен, что это не выборы. И даже близко это не стояло. Это то, что в политологии называется аккламация. То есть ритуалы или церемониалы одобрения того, у кого уже есть власть. Это организованный консенсус такой, сопровождавшийся очень сильным принуждением, давлением, шантажом на избирателей. И поэтому вполне такие предсказуемые результаты. Мы получили примерно такие же цифры, как объявил ЦИК в феврале уже. Но надо различать между мнениями и декларативной готовностью прийти на выборы и, естественно, поведением. То, что власть добилась вот через пропаганду, через шантаж, это вот действительно уровень, который ЦИК и объявил. Он выше. Реальное поведение, наверное, гораздо более скромные показатели. И я думаю, что там действительно и вбросы, и карусель, и фальсификации всякого рода, это уже документированные факты. Споры только о размерах. Безусловно, фальсификации были, бросы были. Более важные – это принуждение к участию в голосовании, то есть приходу на голосование, и требования, особенно для сотрудников государственных организаций и государственных предприятий больших, вот таким образом прийти, проголосовать, иногда даже снять там на телефон и прочее. И это дает, собственно, вот эти вот аномальные пики. Это не всегда может быть сброс, это просто шантаж и принуждение. Поэтому, тут вряд ли чему можно удивляться. Это состояние российского социума, такого населения в условиях войны, в условиях нагнетания угрозы эскалации войны, расширения войны уже не только с Украиной, но и с НАТО. Так что тут для социолога это, конечно, интересные
феномен. Ну, как бывают интересные случаи рака, социальная патология такой. Путин теперь окончательно в клубе тех, кому за 80, да, как шутят, это те режимы, которые действительно, ну, пишут, рисуют результаты заоблачные. С точки зрения науки, вообще возможно ли сейчас, в 21 веке, чтобы только 13% участвующих в голосовании были против? Это что-то совсем из Советского Союза. Учитывая вот это ненормальное состояние общества, населения, я бы сказал, потому что это возможно, действительно. То есть до такого минимума свести несогласие, да? Явно завышенная явка. Угу. Те, кто против, настроены антивоенные, антипутинские, по некоторым анализам наших данных, значительная часть из них просто не пошла голосовать. Угу. Это очень важная вещь. Она очень характерна для российского общества. Те, кто против, настроены антирежимно, они не верят в результаты, в честность выборов, заранее предполагая, что их голос украдут, сфальсифицируют, поэтому они просто не ходят. Вот, соответственно, есть способы повысить явку. Ну, прежде всего, электронное голосование, там, дистанционное, оно никак не контролируется. Ресурс – это 38 миллионов голосов. Это почти треть от списка избирателя. Поэтому можно манипулировать как угодно. Не случайно в первые дни не была объявлена явка в Москве. И электронные, и реальные, в смысле, приход на избирательные участки, они давались все вместе. Угу. Поэтому нельзя было проверить. В принципе, электронное голосование, оно используется в тех регионах, где выше уровень недовольства и протестов. Лев Дмитриевич, а если говорить о региональном распределении, то есть мы можем говорить, что общество в России по-разному реагировало в процессе этого голосования или более-менее одинаковые результаты, неважно, это приграничье, я имею в виду области, которые непосредственно находятся вблизи линии фронта, или это Дальний Восток, вообще неважно. Информационное пространство находится полностью под контролем, ну, для большей части, не меньше, чем для 2/3 населения. Это единое пространство, это телевизионные или там телеграм-каналы прокремлевские. Поэтому там нет выбора, собственно, в интерпретации происходящего. Можем говорить только об большей интенсивности поднятой ненависти и агрессии, либо меньшей степени. Региональные различия, в принципе, вот если судить по нашим данным, они незначительны. Как ни странно, в большей степени прокремлевски, проимперски настроена Москва, чего раньше мы никогда не видели. Я до сих пор это поражает, и я не нахожу здесь хорошего объяснения. Угу. В Москве, ну, понятно, что больше чиновничества и больше эмигрировало из Москвы. Соответственно, уровень протеста снизился. Но это не дает достаточного объяснения происходящего. Скорее, вот тот неудача демократии, неудача реформ и неудача антипутиновского протеста, они привели к такому разочарованию и фрустрации, недовольству самими собой, что это обернулось ростом антизападных настроений именно вот в этой среде, более образованной, более обеспеченной, и, соответственно, больше поддержки имперских представлений, имперских настроений. Но это как гипотеза. В меньшей степени поддерживают войну и, соответственно, власть. Это бедные группы населения. А это преимущественно пожилые люди в провинции. То есть картинка в определенном смысле перевернулась. Раньше была именно провинция отличалась таким государственническим тоном, поскольку она больше бедная и депрессивная провинция, сильнее зависела от государственного патернализма, от власти. В целом все равно доминирует единое какое-то представление. Антипутиновски настроенных – это явное меньшинство, порядка там 20%.
Вот. Это более молодые, особенно пик вот, приходится на 25-35 лет, вот эту вот группу. Окончательно, наверное, размылось протестное настроение коммунистов. Да? Если 20 лет назад мы были на пороге события, когда коммунист мог возглавить Российскую Федерацию, вообще КПРФ традиционно аккумулировал вот этот возрастный, скажем так, протест, да, тех, кому за 50, за 60, может быть, то сейчас мы видим ну, какие-то просто копеечные проценты, которые набирают коммунистический кандидат. Ну, они все-таки это карманные партии. Ну, не надо преувеличивать их самостоятельность там, или оппозиционность. Это, я бы сказал, что это не отдельные партии, а фракции единой одной партии. Угу. Коммунисты, жириновцы, бывшие жириновцы, там и другие. Это все некоторые фракции, работающие на свой сегмент избирателей и использующие разные технологии, чтобы погасить недовольство и протест. Ну, Харитонов, фигура давно отработана, это даже не Зюганов, не лидер партии. Слуцкий тоже, в общем, человек малосимпатичный и малоизвестный, не обладающий теми талантами демагога, который обладал Жириновский. Даванков человек абсолютно неизвестный еще там пару месяцев назад. Никто из них не решился выступить против войны или с критикой какой-то. Поэтому это действительно ну, такие подставные фигуры, кардебалет, как я говорю. За несколько месяцев до так называемых выборов очень интересное интервью дал ваш коллега Алексей Левинсон одному из российских YouTube-каналов. И он говорил о личном рейтинге Путина, о том, как по сути дела с самого начала замеров за 25 лет этот рейтинг только рос, не менялся. И удивительные пики, когда он возрастал, когда чем хуже, тем лучше в этом смысле. И такой вывод он и журналист, который с ним беседовал, сделали, что непонятно, кто кого произвел, народ Путина или Путин народ. Вот если сейчас посмотреть на результаты этого голосования, как можно ли продолжить эту логику и как-то дальше поразмышлять об вот этих ну, странных отношениях, скажем, общества и того, кто единолично руководит этим обществом? Во-первых, рейтинг колебался, я хочу уточнить. Пики популярности Путина, они приходятся на военные кампании. На начало Второй Чеченской войны, потом на 2008 год, это война с Грузией, 2014 год, это аннексия Крыма и, соответственно, патриотическая мобилизация на фоне вот всей этой демагогии о украинском нацизме, фашизме. Риторика борьбы с фашизмом, что чрезвычайно важно. И, наконец, последняя вот волна, война на Украине, она подняла его до максимальных значений. Нижняя точка его популярности, ну, не спад, точнее, они приходятся на катастрофу Курска, атомной подводной лодки, резкую критику, после чего фактически независимые СМИ были ликвидированы в России, телевизионные в первую очередь. Второй спад, это незначительный, это неудачная монетизация льгот, то есть попытки пенсионной реформы. Третье, это 2013 год. Начало спада приходится на 2009 год, это кризис экономический мировой, который захватил и Россию. И спад до декабря 2013 года. Вот самая нижняя точка, когда 47% опрошенных говорили, что они не хотели бы видеть его на следующий президентский срок. А 60% там говорили, что они устали ждать от него каких-то улучшений. Понятен механизм мобилизации. Это каждый раз сочетание угрозы, внешней угрозы и демонстрации военных побед. Силы, мощи и прочее. Если брать этот механизм авторитарный,
тоталитарного лидера, то он строится на том, что люди, испытывающие собственную очень сильную уязвимость, незащищенность, комплекс такой неполноценности собственной, они проецируют свои ожидания, иллюзии на сильного лидера, который воплощает значение государства, мощи, целого, и тем самым компенсируют под свою неполноценность. Вот. Поэтому этот механизм работает. Вне зависимости от результатов политики, люди хотят видеть вот такую персонификацию мощного государства. Как ни странно, это сопровождается довольно трезвой оценкой личности Путина. Путин – глава бюрократического, очень коррумпированного и в какой-то степени мафиозного государства. Когда мы, начиная с 2012 года, после выхода доклада Немцова «Путина и коррупция», начали спрашивать об отношении к Путину, то расклад такой был на вопрос, как вы думаете, действительно ли Путин виноват в тех злоупотреблениях власти, коррупции, о которых обвиняют его оппоненты, то примерно там 16-18% говорили, безусловно, да, это всем известно, об этом много пишут в интернете и прочее. Примерно около 28-30% говорили, скорее, да. Но я об этом мало знаю, тем самым уходя как бы от определенного ответа. Еще четверть опрошенных говорили, ну какая разница, коррумпирован он или нет. Важно, что при нем жить стало лучше. И только вот остаток говорил, что никогда не могут поверить в злоупотребление власти Путина. То есть люди довольно трезво оценивают его личность, но считают, что такой порядок и есть. В России всегда так было. Можно сделать вывод, что люди дают ему бесконечный мандат на любые действия, в том числе внешние, да, то, что сейчас происходит. И при этом как-то очень не любят, когда он этим мандатом пользуется, ну, что называется, внутри. Как-то пересматривает пенсии, социальные нормы. Вот этого люди не любят. При этом, казалось бы, давая ему полный мандат. Делай, что хочешь. Они понимали, что они не могут влиять в этих условиях, они не могут влиять на власть ни в каком отношении. Поэтому они дистанцируются от власти и снимают с себя всякую ответственность за происходящее в стране, за войну, за социальную политику. Недовольство достаточно временами бывает очень выраженным и сильным таким, но без организации оно приобретает такой аморфный характер и уходит в свисток, что называется. Жить трудно, но можно терпеть. Это вот формула. Леонид Дмитриевич, важный для нас показатель настроения россиян в военных, антивоенных смыслах. Как там вы замеряете это? Меняется ли риторика, меняется ли настроение людей, которые против того, что происходит? На первый взгляд ничего не меняется. Установился этот вот принудительный консенсус. Под действием пропаганды, контроля информационного пространства, отсутствие альтернативных источников информации. 70% там с небольшим в пределах точности ежемесячных измерений, они поддерживают военные действия и политику Путина, с одной стороны. С другой стороны, больше половины опрошенных, от 52%, 54%, 57% хотели бы прекращения войны и начала переговоров, мирных переговоров. Усиливается мнение, что Россия платит за эту войну слишком большую цену. То есть явные совершенно признаки как бы недовольства. И вместе с тем происходит такое переключение режима терпения, поскольку это уже война не с Украиной, а война с коллективным Западом, то, соответственно, идет мобилизация и поддержка этого. Опять-таки, когда мы спрашиваем, собственно, о чем могут быть переговоры с Украиной,
то, как выясняется, здесь при всем желании закончить войну, речь может идти только о капитуляции Украины. Вот и все. Поэтому никаких особых компромиссов, чувства ответственности, вины люди не чувствуют. Именно потому, что резко разделена идея ответственности и поддержки. Декларативная лояльность, она не предполагает личной ответственности и даже хоть какого-то индивидуального начала, индивидуальной рефлексии. Только 10% раз за разом вот говорят, что они испытывают чувство собственной вины за происходящее. Но тут еще такой механизм, Лев Дмитриевич, включается, что вот этот 10%, то есть каждый десятый, будучи окружен 9 людьми, которые, мягко говоря, либо за, либо непонятно как, он, скорее всего, молчит. Именно так, да. Он молчит, действительно давит на вот на это антивоенное, антипутиновское меньшинство, давит ощущение, то, что большинство лояльно, большинство милитаристское и прочее. Поэтому люди стараются как бы принять вот то, что я называю позу зародыша, то есть вот так согнуться и сидеть в своей нише, не высовываться. Тем более, что репрессии ужесточаются, действительно уже переходят не просто там в точные репрессии, но в такой вот террор, устрашение демонстративное. Поэтому накрылся и сидит. Вопрос хотел задать вам на тему безопасности. Все-таки на фоне новостей из Крокус-Сити-Холла, чудовищный теракт, да, есть одно, это как власть использует, как интерпретирует, но есть все-таки ощущение тревожности у обычного гражданина. Во-первых, Лев Дмитриевич, как менялось обычно в ретроспективе это отношение к безопасности, насколько безопасности чувствовали себя россияне после больших терактов, которые были в истории новейшей, да, это и Беслан, Дубровка, самолеты, взрывы домов. Давайте сначала вот этот контекст, а потом к тому, что сейчас. Каждый теракт приводит к резкой вспышке страха, паники, истерического такого ощущения уязвимости собственной. Через какое-то время это проходит. И в этом случае, вот в каждой такой ситуации, чрезвычайно важна вот эта агрессивная риторика властей. Всех порвем, уничтожим, расстреляем и прочее, прочее. Это включает такие компенсаторные механизмы переноса и выживания. Но страх, он сидит. Страх, вообще говоря, это фон. Он никуда не девается. Мы просто можем говорить о большей интенсивности вот этого проявления этого страха, либо некоторое успокоение. Это зависит отчасти от внешних событий, от хода военных действий и от риторики властей. Угроза, ну, скажем, помимо терактов, разговоры о контрнаступлении украинском, они резко повысили уровень тревожности. Сентябрьская мобилизация позапрошлого года, она тоже вызвала резкий такой подъем и тревожности, и паники, и прочее, прочее. Но отсутствие каких-то изменений на фронте, ну, принципиальных изменений, я не говорю о оппозиционных там передвижках, вот, она постепенно приводит к успокоению, рутинизации. Но рутинизация достигается не за счет уверенности, а за счет, как бы, не хочу я ничего слышать. Вот не надо мне этого говорить, я в своем домике, действительно. И на какое-то время наступает спокойствие до следующего. Но фон чрезвычайно тревожный. Причем действуют разные факторы. И перерастание войны с Украиной в большую войну, с одной стороны, и усиление страха перед массовыми репрессиями. Страх, который поднялся очень высоко
боятся больше 40% возвращения, вот, превращения нынешних неточных репрессий в массовые репрессии и чувство незащищенности перед произволом властей. Все это вместе и сливается в одно такое вот тревожное состояние, которое, в принципе, и дает высокий уровень поддержки от фюрера, вождя. Мне кажется, что в такой ситуации все довольно нестабильно, все довольно зыбко. Если базой для всего является тревога и страх, то это может в любой момент, ну, достичь какого-то критического показателя. Или не существует в социологии понятия как критический показатель? Существует действительно порог тревожности, но для того, чтобы это превратилось в какие-то действия, нужна организация. А она разрушена полностью. Поэтому тревожность, она носит хронический такой характер, если не считать истерических выбросов таких. И последнее, самое последнее. Если замерять совсем вот таких вот ястребов, кровопийц и кровожадных, тех, кто за убийство, смерть, войну, этот процент, что с ним происходит? Как меняется тенденция тут какая? Он небольшой, в принципе. Но его можно оценить там в зависимости от силы агрессии. Можно там от 8 до там, 12, максимум 15%. И он не растет. Это все-таки маргинальные группы населения. И их радикализм вызывает отторжение со стороны основной массы, которая вообще хочет некоторых спокойствия. Понятно. Да, как, наверное, свойственно человеку. Спасибо вам большое, Лев Дмитриевич, за этот разговор, за то, что оперативно подключились. Спасибо. До встречи. До свидания. Это был Лев Гудков. Поставьте свои комментарии под этим видео, поделитесь этим интервью и подпишитесь на наш YouTube-канал. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Берегите друг друга и берегите Украину.